Привет, друзья! В этом видео я хочу показать, как необходимо записывать свои результаты после сдачи этапов Open. Мы находимся на сайте games.crossfit.com, это главный сайт проведения соревнований отборочных этапов Open. Видите, что вкладка Open у меня стоит здесь, здесь можно региональный, games. Итак, мы заходим сиженым, то есть заходим в свой профайл, пишем имя, пароль. Загружаем свой профайл. Здесь вы видите то, что вы уже находитесь в системе. Вы видите свой лого, аватар. Заходим, нажимаем на имя свое и первая кнопка Submit New Score. То есть вы вставляете тот результат. Вы переходите на ту страницу, где будете вставлять свой результат. Номер комплекса, номер этапа 17.1. После точки означает этап. То есть всего 5 этапов будет, и последний комплекс это 17.5. Здесь вы пишете, сдавали в аффилиате, либо вы без аффилиата клуб. И здесь вам необходимо добавить ссылку на видео. Если вы сдавали в аффилиате, записывайте название своего клуба так, чтобы поисковик нашел. А после этого записывайте судью, который фиксировал ваши результаты. У нас это будет Андрей Волков. Пишем Волков. Находим в списке Андрей Волков, CrossFit Red Shell. Дальше. По условиям первого комплекса вы выполняете либо за лимит 20 минут, то есть если вы успели выполнить быстрее, чем за 20 минут, вы пишете здесь свое время. Если выполняете без, если не успели выполнить за 20 минут, существует тайбрейк. Ваш судья фиксирует тайбрейк и минут тайбрейка, количество движений. То есть здесь все существует переключение. Дальше, если вы выполнили по RX, ставите RX. Если по скайлдам, ставите скайлд. После этого отправляете свои результаты на проверку судьи. Вот и все. Спасибо большое. Пока.